Всем доброго времени суток. Снимала короткий обзор за ВОЗ «Орхидеи» на переулке Промышленном. И вот хочу сегодня похвастаться своими покупашками. Ой, это случилось орхидейное безумие. Вот такой красавец беглип. Осенний ветер. Посмотрите, до чего хорош. Я ехала за орхидеями. У меня на заказе было две орхидеи, третья под вопросом. Ну, что-то, я не знаю, со мной произошло, и у меня, ну, совсем никак ни две, ни три орхидеи, поэтому видео сегодня будет долгим, хотя постараюсь побыстрее. Вот такой красавец беглип осенний ветер. Вот такая у него губа, вот такой вот он весь. Но я бы не сказала, что он прям резиновый. Ну, он плотный, но не особо, как бывают у нас там восковые орхидейки. Вот здесь губка у него завернута. Сейчас вот попробую нежненько так открыть. Вот, она внутри там совсем другого цвета. Красная какая-то с пестринкой. Вот. Ну, вот такой красавец высокий. 80 сантиметров. На 2 цветоноса. Огромное растение. Долго очень выбирала, потому что пришли, как всегда, залитый горшок неподъемный. Ну, вот такие корни. Просушу, посмотрю. Пока трогать ничего не буду. Шея в отличном состоянии. Я прям разглядывала. Еще не... вот тут вот есть подпорченный корень. Ну, как без этого? Но в целом в очень хорошем состоянии, если учесть наше зимнее время. Залитые до невозможности, поэтому ничего пока делать не буду. Протру эпином или, наверное, экстрактом хвои. И присыплю от вредителей вот пудрой чистотел. Наконец-таки я нашла пудру, долго очень искала. Ну вот повезло, купила. Там обрабатывать чем-то от вредителей, вот такая вот она. Обрабатывать чем-то от вредителей, опрыскивать и так далее, страшновато, потому что подзалитые очень растения. Ну, вот такая вот красота. Вот такой вот осенний ветер. Ой, даже не знаю, что показать следующее. Но пусть будет вот это. Вот эта красавица. Та-дам. Violet Queen. Я ее очень хотела. Как-то все время в обзорах смотрел. Приходят они в формате мини, очень крошечные. Мне она не попадалась. Еще ехала, думала, как бы мы знали, что она будет, но ехала, думала, брать, не брать, уже посмотрю по размеру, по состоянию, как-то не, как же не брать. Завоз был сумасшедший, нереальный. Эту орхидею подарила мне дочь. Она мне хотела купить вторую колоду. Но я сказала, уже тогда лучше Violet Queen, тем более, что вот такая вот она мультифлора. С кучей ответвлений, взрослое растение. Корни. Корни отличные. Вот есть растущие корни. Тоже не трогать, не пересаживать пока не собираюсь. Цветет, будет видно. Ну, вот везде растущие корни. Ну и в принципе посажена она в кору. Тоже немножко подзалита здесь чуть-чуть водоросли. Ну не так сильно она залита, конечно, как беглип. Вот такой вот производитель. Сейчас попробую фокус навести. Вот. Покупала. Не могла посмотреть корни, не доставала из горшка, потому что она была вот запечатана вот в такой вот стаканчик. Я его сняла сегодня, производитель. Вот. Боялась повредить цветоносы. Да и дома еле сняла упаковку. Вот этот упаковочный, ну, полиэтилен, целлофан, в котором они упакованы. Там же есть дырочки. Так вот, некоторые цветоносы прошли в эти дырочки. Еле сняла, чтобы не поломать. Ну, вот такая вот у меня теперь красавица в коллекции.
У нее вот, если поставить вот так вот для сравнения, листья светло-салатовые. Ну, действительно, прям. Прям королева. Вот. Так, дальше. Ну, то, что было под заказ, то, что я точно знала, что я по-любому возьму, то, зачем я прям ехала, это вот. Вот такая вот красавица Эфиопия. Если честно, я думала, растения будет, конечно, больше. Оно скорее вот мини. По цене макси. Но она красивая. Она красивая. Она необычная. Камера чуть-чуть высветляет. Она темно-желтая с вот такими бордовыми вот пятнами. Она вся тоже мультифлора. Вот в таком вот девятом горшке. Вот там вот видно есть чуть-чуть растущие корни. Вот такое вот. Их не очень много. Но они есть, и они все в отличном состоянии. Во всяком случае, те, что внутри горшка находятся. Вот. На ней никакой этикетки нет, но она была вот в таком горшке. Вот я его аккуратненько сняла. Тоже. Ну, вот такая вот красавица. Не получается показать ее так вот, как хотелось бы, со всех сторон. Вот. Она не резиновая, не восковая, она пластмассовая. Плотная-плотная. Вот, наверное, даже плотнее, чем каода. Вот такой вот. Такая губа. Так, фокусируйся. Ну вот, такая вот красота у меня теперь появилась еще в коллекции. Ну и все девочки жалуются, что Лас-Вегас у кого-то гибнет и так далее. И я, ну, не смогла удержаться и продублировала Лас-Вегас. Вот тот Лас-Вегас, что у меня есть, который я покупала в сентябре, он яркий, все, но не такой насыщенный. Видно, вот зимнее цветение. Ну, посмотрите, какое лаковое растение. Тоже с кучей ответвлений. И, ну, вот везли, как всегда, грунт высыпался. Кстати, у него очень хорошая кора тут. Вот он, конечно, тоже полит. Вот так вот щедро. Но корни все отличные. Вот я его очень тщательно выбирала. Если предыдущий у меня весь горшок водорослей был, то фокусируйся, то этот нет. Ну, здорово, конечно, политые. Господи, почему зимой они так заливают растения? Вот такой вот производитель. Ну, Лас-Вегас я решила на всякий случай продублировать. Кстати, мой Лас-Вегас, купленный в сентябре, в начале сентября, до сих пор цветет, держит свои бутоны, начал продолжать цветонос. Ну, не знаю. Ну, очень. И тот Лас-Вегас у меня на один цветонос, и очень такой раскидистый цвет. Тут два цветоноса небольших. Но такую орхидею, конечно, не хотелось бы потерять, поэтому пусть будет. Места нет, в голове тоже какой-то ветер. Ничего, буду думать, определять их в изоляцию. Так, ну и вот это вот сейчас покажу. Уж точно незапланированная покупка. Я не знаю, кто это. Я не знаю, как ее зовут. Она была одна. Пока я там выбирала по качеству себе Violet Queen, я дочь в общей массе нашла вот это вот чудо орхидейное.
Очень, ну, как бы сейчас прохладно. Тем более ее туда-сюда таскали, везли, я несла. Но мне кажется, она ароматит. Чуть-чуть ароматит, но постоит, адаптируется, будет тогда уже точно понятно. Но какая мультифлора? Так, сейчас я попробую чуть-чуть подвинуть свои растюхи. Вот. Вот такая вот мультифлора. Вот у нее два цветоноса. На одном три почки. И на другом три почки распечатаны. Вот она бледно-бледно-желтая, с вот такой потрясающей малиновой губой и вот этими лучиками. Как будто их кто-то тонкой-тонкой кисточкой нарисовал. Я не знаю, но нельзя было устоять против такой красоты. Вот если все будет хорошо и не отсушит она свои бутоны, представляете, какое будет цветение. Потрясающее. Ну, очень, очень красивая орхидея. До невозможности. Так, ну-ка, иди, красавица, сюда. Ну и из этого же магазина. Ой, еще одна покупка. Я не знаю. Это уже просто, наверное, от жадности или что, если вот эти все орхидеи, как бы они не дешевые совсем, то вот были вот такие вот мультифлоры, я около них долго очень стояла. Вот, которая по 430 рублей. И вот я ее купила. Какая-то вот... Так, сейчас сфокусирую. Вот такая вот нежность. С кучей цветов. На два цветоноса. Вот корни. Ну, корни всяко разно там. Самое интересное, что сначала я выбрала одну, потом решила, нет, не буду. Ну, точно такого цвета. Решила, нет, не буду. Ее тут же... Ну, вот есть растущие корни. Ее тут же забрала другая дама, и я взяла более в худшем состоянии. Та была круглая вся, компактная. Это вот куда-то пытается упасть. Ну, все равно пусть будет. Так вот я что... Вот как и в обзоре говорила, что вот эти орхидеи пришли в каком-то непонятном... Вот такое впечатление, что вот здесь вот это вот все, торфяной стакан, очень плотное, утрамбованное прям вот... Или это они в торф просто посажены. Скорее всего, да, там есть торфяной стакан, еще и в торф посажены, потому что оно такой до того плотный грунт. Просто передать. Ну, тоже очень сильно залитая. Корни-то есть. Сказать, что там их совсем нет. Нет, корни есть. Вот один вот здесь вот подпорченный. Ну, как без него? Ну, не знаю, посмотрю, пусть тоже постоит, просохнет, а там будет уже видно. Что я с ней буду делать. Вот ее я, наверное, все-таки дня через два пересажу, потому что сейчас нет совсем времени. Уже дома, вот, когда распечатала, увидела, ну вот, не могу понять, что там еще пока. Посмотрю. Ну вот, видите, немножко подрастроилась. Но посмотрю, если что, зачищу, пересажу дня через два, потому что ни сегодня, ни завтра у меня это сделать не получится. Хотя вот такие вот у нее корни. Ну вот. Такая вот у меня разом красота. Съездила на завоз, называется.
съездила за двумя, максимум тремя орхидейками. Купила 6. Ну, вообще, вот планирую групповую посадку. Пойдет у меня вот эта вот мультифлорка в групповую посадку. Наверное, если бы она стоила дороже, я навряд ли бы купила, но вот уже купила. Так, но это еще не все мои покупки, потому что потом я заехала еще в один магазин, но в это видео уже это все остальное мое счастье впихивать не буду. Сниму отдельным коротким видео. Всем спасибо. Пока-пока. Ой, желаю вам, девочки, новых покупок. Пусть ваши орхидейки вас радуют. Всем здоровья, счастья, любви. До новых встреч.